Здравствуйте! Рад видеть вас в числе участников МТС Премиум. Мы ценим ваше время и решим ваши вопросы в первую очередь. Меня зовут Ирина, чем могу вам помочь? Здравствуйте, скажите, пожалуйста, я хочу перейти на нетариф. И у меня и деньги на счету есть, не удалось перейти на нетариф и попробовать еще раз, и так вот уже 10 раз пробовала. Вы хотите по данному номеру перейти? +7 978 829. Вы не поменяете тарифный план, потому что у вас сим-карта крымская. И комплексное предложение тариф не предоставляется. На Ни один тариф вам не предоставляется. Хорошо, а что такое, что значит у меня сим-карта крымская? Ну, она не краснодарская, допустим, там не ростовская, она крымская. А существуют сим-карты крымские, что ли, в МТС? Да, конечно. И таким образом МТС не предоставляет услуги свои крымские? Нет, тариф, получается, нет, наши тарифы не действуют там. А какие действительно? Вы в Крыму не работаете, а что ли? Тариф? Мы в Крыму не работаем, там нет наших базовых станций. Ну, а как получается тогда, что у меня крымская какая-то сим-карта, я не понимаю? Ну, тарифный план у вас Супер МТС, который был раньше, он у вас остается. Либо вы на этом же тарифном плане остаетесь, либо переходите на Супер МТС, только новая версия. Все остальные тарифы там недоступны. Вы если только поедете в Краснодар и купите там новую сим-карту, тогда пожалуйста. Так я не понимаю, что у меня с этой сим-картой не то, она там... Она крымская, я же ответила вам, она крымская. На крымских сим-картах не предоставляются другие тарифы. А почему комплекс тогда... Тарифный план, который у вас сейчас есть, либо тарифный план, что КРМТС. Все, к сожалению. А почему тогда мне, когда продавали эту карту, не говорили, что она крымская, и она какая-то дефектная получается? Она не дефектная, почему она дефектная-то? Ну, я не могу... Как я могу знать, извините, вот вы мне вопрос такой задали, как я могу знать, почему вам не сказали? Не знаю, вы это МТС же продает эти карты. А вы знаете, почему человек отвечает, делает то или иное действие? Вы также же не знаете, как я вам отвечу за другого человека, почему вы не сказали? Просто я же в МТС покупала карту, и МТСом я пользуюсь, и я не хочу уходить с МТСа, потому что мне нравится. Но вы же ее в Крыму покупали. Карта крымская, она принадлежит крымскому региону. Там другие тарифные планы не действуют. Если вы хотите приобрести другую сим-карту, то есть хотите поменять тарифный план, пожалуйста, вы можете это сделать. Но при этом, говорю, купив сим-карту в другом регионе. Хорошо, скажите, пожалуйста, а где написано тогда в МТС, что для крымчан не действуют тарифы? Вернее, для тех карт, которые были куплены в Крыму, но люди живут в России, они не действуют тогда вот эти вот тарифы по переходам. Где это написано? У нас есть свои внутренние правила, которые мы... Не-не-не, согласно закону о рекламе, согласно закону о правах потребителя, это должно быть прописано и обнародовано. Я сейчас захожу на сайт, и я там не вижу никаких ограничений по поводу крымских именно карт, купленных людьми в Крыму и которыми пользуются по всей России. Если я езжу по всей России, а карту когда-то я купила, ну, я и муж купили в Крыму, то почему я сейчас, получается, что не могу пользоваться услугами? Это же должно было быть прописано тогда в МТС у вас на сайте. Почему этого тогда нет? У нас есть, еще раз повторюсь, свои внутренние правила, которые мы не разглашаем. Как и на каждой работе. Свои внутренние правила, это бы действовали, если бы это были сотрудники МТС. Я являюсь потребителем услуги МТС. Я с вами спорить сейчас не намерена, я вам ответила, что тарифные планы на территории Республики Крым другие не действуют. Потому что МТС в Крыму нет. Нет у нас там, да. У нас нет базовых станций там. Работаем мы там только через роумингового партнера. И когда это все будет, у нас тоже такой информации нет. Все, я поняла, спасибо большое. Ни одному оператору не разрешают там ставить вышки. Спасибо. А кто не разрешает, тоже не можете сказать? Нет, не могу. Угу. Хорошо, спасибо.